Ассаламу алейкум, друзья. Едем с Грозного. Очень красиво. Смотрите до конца. Зубай равно попадает в паутину ислама. Смотри на этот люд. Ни бэ, ни кэ. Всем ассаламу алейкум. У нас воскресенье. Это уже второй американо с братом. Если кто не знал, в 2008 году олимпийским чемпионом был. Так что Павши Санда, мало кто знает. Хабиб с нами на велике после вечерней езды. Вот что случилось с Шарой. Серьезный кофемашки, ассаламу алейкум. Шара что-то ногу качает, походу что-то намечает сегодня. Кому ногу хочу дать просто? Поиграться, да, просто? Ноги поработать хочу. С кем сегодня хочешь выйти? Есть соперник? Нет, все, конечно. Я оставил пока. На выходных не убирал уже спарринг-партнера сегодня? Я пока оставил. Короче, схватка. Четверг схватка, не знаю. Кто скажет, для чего он эту ногу сейчас качает? Кому Шара что-нибудь подарит? Да. Что ты подарил? Что-нибудь, да? Что-нибудь. Ну, не, я там пару этих сделал, еще же. Пару это у него как-то подчистил. Да, да. Ну что, мы еще свое заберем, дед. Мы еще свое заберем. По-моему, брат, уже порох заканчивается. Не, какой заканчивается? Меня, чтобы сломать, знаете, целая армия нужна уже. Целая армия. Все, ждем, брат. Проходит ноги с этой стороны, да, блин. Перепрыгивает. Падает. Или как меня в прошлый раз. Вы можете все это контролировать. Вот такие условия. Вы же сами завязываете друзей, сами приходите на скорость. Теперь в таких условиях надо не тренироваться. Не тренируйте. Понятно? Ты отвечаешь за него. Ты сам представь, человек месяцами готовится к бою и за тебя травмировался. Ты причина снятия его боя. Понятно? Вот это соблюдайте, все, остальное ключом.
Делай дамага. Ну что, вторая тренировка пошла с английским чемпионом. Чувани, Абер. Ты готов еще? Расул тоже тут, Паша. Иса, Абер, сук, Игорай, Паварский, Абер, Паварский. Кто вы мухадуру, Иса? Адуна, чуешь, ты каждый ваш мой.